мы расскажем про ключевые характеристики холодильника Miele, они помогут вам определиться с выбором. Габариты помогут определиться, подходит ли данный холодильник кухне, а его объем – потребностям вашей семьи. Общий объем данной модели – 298 литров. Наша модель идеально подходит для семьи из двух человек. Система No Frost в холодильной и морозильной камерах не позволит образоваться инею и избавит от утомительного размораживания. При всех своих достоинствах этот холодильник еще и экономичный. У него высший класс энергопотребления А+++. Светодиодные лампы экономичны, долговечны и практически не рассеивают тепловую энергию. Ледогенератор очень пригодится и в летнюю жару, и прохладный день для приготовления коктейлей. Зона свежести в данной модели поможет сохранить вкус и свежесть ваших продуктов до 3 раз дольше.